Рецидивность меняют парни, которые бьют на повал. Поехали, послушаем их. Два обычных рабочих мужика из рабочего класса из Ленобласти. Бьют или пьют? Здравствуйте, меня зовут Иван. Здесь оказался случайно, пришел посмотреть, решил принять участие. Классическая история. Да, да, да. Прозвище? Добрый. Почему? Ну, в армии так друзья называли. Где служили? В России, в учебке. Тоже неплохо. Я имел в виду танки, самолеты. Не-не, внутренние войска. Тоже неплохо, отлично. Ну что, значит добрый? Да, значит добрый. Все, удачи. А возраст какой у вас? 36. Нормально. Удачи. Спасибо. Грег, как и вам, по-моему? Не-не, я уже постарел, Вячеслав, уже. Еще старше стал. А выглядишь на все 36. В спортзал каждый день хожу. Сейчас, 2 секунды. Ну что, пока парень одевает бандаж, парень слева уже представился. Чувак, иди сюда, здесь да бандаж оденешь. Поехали, послушаем его. Парень тоже особо не выступал, судя по тому, как он надел бандаж. Давай, на. Навыков боя особо нету. Всем добра. Ты тоже добрый. Доброта должна быть кулаками. Ну что, добряк против доброго. Поехали, дамы и господа, не будем затягивать. Ай, бойцы. Правила помним, нарушаем, слушаем меня внимательно. Команда выполняем. Дали по рукам, все, по углам. Готов? Готов? Ой, поехали! Кричи громче, подсказывай прямо оттуда. Все, ехать, все, ехать, понял? Да, 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 давай вперед, вперед, давай. Вот все, обычка не нахуй. Давай, я попал, попал, давай! Руки у подбородка. Следующая пара, готовится, парни! Правая рука у подбородка. Навстречу, навстречу, ебать. Повтори еще раз то же самое. Бил голуби, бил голуби. Бил. Ой, ебаш его! Вот только поговори работать, Томас. Бей в голову бей. Давай поаплодируем, отличный бой на руках! Перед собой левый всегда. Бежи! Заверни! За левую руку хватай! Все, все, поворот!
Молодец! А и чё там? Продолжайте! Продолжаем! Что встали? Работаем! Молодцы! Давай, давай, давай! До конца работаем, пока нет команды! Левый правый, левый правый. Левый прямой, правый прямой. Ручки выше. Еще раз повтори. Работаем, работаем, работаем! Команды нет, стоп, работаем! Стой, на ногах! Ручку левую перед собой! Давай! Давай ты первым номером пошел! Давай, ну, ты нашел, когда это делать, одень ее обратно, сейчас давай, ты чипс. Давай. Можешь. Томат, долго тянешь. Давай, рубай, белись. Время идет. Давай, тянешь. Лесу. Обмен, он слабый. Встречай. Давай первого. Бойцы, активнее работаем. Давай. Один четкий, дай ему в бороду и все. И отступай. Сам работай. Стой, не спеши. Четенький. Левую ручку вперед, вперед. Встречай левой рукой. Вот он когда руки опускает, ему сразу в бородку. На. Вот. Вот сейчас опять опускает. Томас, руки не опускай. Опускай. Активнее работаем! Давай, мужики, давай, погнали! Давай! Продолжай! Никто не хочет уступать! Дайте одно не смею! Давай, аплодируем, ребята! Хороший бой! Ну а победитель будет один! Да! Добрый, ты что спишь? Били связочками! Давай, вам обоих касается! Бутерброд! И бутерброд! Сейчас будет. Еще в одном тебе дело подтверждение. Дамы и господа, напоминаю, что это Триколор, это прямая трансляция мощного среднеречного связанного турнира. Давай поднимайся на трассу. Я понимаю, что неудобно. Я не делаю, это не мои проблемы. Давайте, молодцы. Давайте, активнее. Давай, мод. Саяха! Ебашь его чили. Колено добавь, ты чё, Арарат, колено! Парни, есть ноги и колени, не забывайте про это. Как глаз? Там глаз алмаз, чё, докопали, давайте. Отлично. На победителя всегда один. Хватит.
Да, вот это поясница. Первый раз не хватает. Сейчас, давай, спокойно записывай, еще вас посмотрят. Бля, брат, это адреналин. Слушай, подожди. Первый раз. Подожди, давай. Ну что, это был зрелищный, мощный, тотальный поединок. Парни берегли себя, жалели друг друга, но в конце а прилет. А в этом бескомпромиссном бою есть победитель. Вот он. Но его оппонент заслуживает таких же аплодисментов, потому что ушел, я видел, до конца. Молодец. Молодец, Соня. Молодец. Ну что, пойдем послушаем. Отличный бой. Арарат, иди сюда, давай пару слов. Не курите сигареты. Боже, не надо курить сигареты, это брат, грязь. Брат, красавчик. Тебя прилетело 132 удара в голову, но ты стоял как танк. Расскажи, что тебя поддерживало, мотивировало, держало на ногах? Слава роду! И Россия сила! Красавчик, давай поаплодируем, парень, отличный бой! Послушаем бойка, добряка, давай, Ваня! У тебя уже был почти нокаут! Очень красивый бой, мне очень понравилось. Наконец-то я, ну, понял, что что-то можно не только на диване лежать и коробки бросать. Но ты не жалеешь, что пришел? Нет, ни в коем случае. Я очень рад, буду участвовать в дальнейшем. Ты начнешь тренироваться? Естественно. Перестану пить, курить. Не перестану. То есть один бухает, другой курит? Естественно. В лучших традициях металлостроя? Так точно. Ну что, всем на турники, дамы и господа, пора качаться, впереди тяжелые времена. Давайте послушаем дальше следующего оппонента. Ребят, залезайте в ринг, давайте.